31 июля Сергей Павлович проехал выше Любы Минаевой сено завести. Только поговорили, уже пришел. Вот, приехал трактор. Сейчас будут грузить. Так, вилы-то еще одни надо, наверное, у Любы. Так, начинайте. Сережа, бегом сбегай к Любе, скажи, давай вилы сюда, и пусть приходится скребать. Скажи, трактор подошел, куда валить, потом что? Скажи, хватит. Рема, Еремия, он уже лет 5 на тракторе работает, а не знаю, 17 лет есть, нет ему. Ну что ты тыщешь-то его? Да ты тащи, бери с этой стороны, он там разберется, уйди. Бери и покидай. Такие бесполезные тычки делает. Три раза откнул и ни одной соломинки не положил. Ты наверх залезь, наверх. И оттуда кидай туда прямо. Ничего не знаю. Ну залезь, не толкись, мужик. Что сделать? Представь, сколько ты ткнешь его. Надо сверху залазить, сверху. Три раза говорю, 4, 5, не все равно. А теперь кидай туда. Еще упадет, он подкинет. 10 раз не тыщ, один раз и кидай. Городской житель совершенно не приспособлен к жизни. Даже оторвать сено, это любая бабка оторвет больше руками. Что она под ним сено, и он тащит, и не может понять, что убери ногу-то. Ты стоишь на нем маленько-то ногой, отступись назад. Городские еще на деревенске, да городской же ничего не умеет делать. Он готовое потребляет. А большинство людей вообще ничего не имеют. Живут где-то то на Воровном, то как. Ерема, а сколько тебе лет? 17. 17? Да. Ты с каких лет начал работать на технике? На машине с 12 есть. Ну, вот так подумал. Молодец. Храни тебя Господь. Имена-то какие? Еремия, пророк Еремия. Сейчас прибежит он с вилами, Люба подойдет. Это быстро все можно сделать. Во, смотри, сколько захватил Володя. А мы вдвоем. Во, вдвоем. Помогай, чтобы сверху-то. Ты не ткни его вилами, маленько гляди, опасный человек. У меня вил нет, мне сейчас я принес вилы и грабли дал. Мое дело наблюдать, чтобы техника безопасности соблюдалась. Видишь, закрыли этим покрывалом-то, палатками-то, и все сохранилось. Прям туда дальше накладывать. И Сергей Павлович бежит. Молодец. Она дома, Люба? Дома, сейчас она там. Чтобы шла с граблями подгребать. Там утаптывай ее хорошо. Во. Грабли сохрани. Она грабли сказала, это. Время не трати, это она говорит, я сама потом все сделаю. Ладно, ладно. Основной это я знаю ее, брать. Ее смирение. Скромность. Вот машины с какими у Сергея, пожалуйста. Что написано? Любой может просчитать. Профессиональный собака, чемпион России. Вторая чемпион Алтайского края. Этот первый чемпион России с нами ездил ураган. От Тихого до Атлантического океана. Скандинавия, Прибалтику, Север. Это с ними, с нами проехал. Такой собаки нету, да и ну, нету и не было никогда. Столько проехать с миссией. Во-первых, миссии никогда не было. Во-вторых, такого ранга собаки. Она зачипирована, у нее в загривке чип прощупывался. Сверху надо одному Володе залезти. Вот так, растаскивать. Ну, теперь уже так можно. С 12 лет техника. Вот. А в городе какая техника? Он только за рулем отца, если где-то.
А этот трактор, он вывозит пшеницу, отвозит и еще что-то на покосе. Все абсолютно знает. Учится сейчас где-то. Закончил с одними пятерками, говорит, здесь. Скромница такой. Теперь впереди что там, армия. И Бог знает, как будет. Вот она была копна. Видишь? Виталий, ты не делай так. Ты втыкай и вытягивай. С этой я стороны. Его, тихо, ладно. Уже... Ну ладно, ладно. Ты первый раз вилу в руках держишь, что ли? Ну, тащи до конца 10 раз тыщи, чтоб в нее. Видишь, он я не может без этого. Володя. Ты мыслишь, что ты правильно делаешь. Ну что ты ее тревожишь? Ты втыкай и тащи. Вот, тащи теперь. На одном месте все стоит. Считается, когда положено сено наверху. Все. Вот смотри, Сергей, один раз только ткнул, один тычок, у тебя 15. Видишь, 2, 3. Он не хочет быть другим. И так интересно. Считают, что ты немощный, поэтому и прощают все, смотрят, как на придурков. Зачем тебе это? Ты сделай так, что они смотрели, как на богатыря русского витязи. А Иеремия там один граблями разносит, растаскивает. Сейчас надо будет заехать сюда. Куда, сюда? Да, конечно. Ворота открыть. Он туда заедет. Сумеешь заехать вот сюда, вот ворота? Конечно. Пройдет? Там две копны надо забрать будет, как раз все войдет. Вокруг объедешь и там войдешь. Я думаю, он зайдет тут, это ширина, это смотри какая. Вдруг не пройдет, она широкая. Че? Ну тут понятно все. Вот пробуем заехать. Войдет или нет. Вот эти ворота. Он сбоку заезжает, не пойдет. Задний ход очень трудно идет. Нет. Нет, он не по диагонали. Там смотри, с той стороны зайди. Заденет. Подожди. Нет. А ну-ка попробуй, давай, встань перед ним, маши. Маленько сюда, подверни как бы сюда. Маленько заденет он. Вот это вот видишь? О, давай. Давай. Маши, там пройдет? На той стороне? Да, прошел. Теперь протягивать надо. Стой там, посмотри. Ты супер. Вон тот провод только не зацепи. А? Провод не зацепи. Там два провода. Пошел посмотреть. Вплотную.
буквально миллиметры. Ну и рема. Там вообще нету места. Иди сюда! Сережа, иди сюда! Иди сюда! Вот, про палкой надо поднимать провода, если он будет цепляться. Пока не надо. О, да тут до проводов еще. Вот, вот этот вот. И этот тоже. Сейчас посмотрим. Все. Выворачивай, выворачивай. Чтобы не задел. Давайте я засниму. Стара, смотри в ту сторону. Надо будку убрать, будку убрать. Но он сможет зацепить ее. Далее вот эти захвати. Серега, научи с шарика, и мы потом снимем ролик про него. Забор он там хоть не заденет. Научи его базовым командам хотя бы трем там. И Игнатик же расскажет про него, кто и тут будет. Что надо? Палатки, палатки. Стоп. Он выпрямится хоть сейчас, нет? Зря он так. Могли бы и сбоку все это подать. Ну, опять. Ну, штопорить надо опять. Что, тебе помочь может? Пока ты будешь сдавать. Может, кто-то помогал бы тебе тут, пока ты... Не надо мне
какая-то задержка. Братья тут подсматривают. Это у нас. Да, высота балерина называется. Башня, летняя резиденция Игнатия Начальника, трехэтажная. А рядом тут это чисто мест. Вот за этой крышей, видать. Медленно что-то там не нравится. Залезьте так, это не просто. Бери в грабли скорее, а то. Вот еще лучше дело пошло. Правильно, правильно это, Виталий. Вот. Вот это настоящие мужики. Топчите с краю, подожди, это. Натаптывать, а то у вас будет скатываться. Здесь. Здесь топтать. Надо топтать здесь, а потом дальше пережать. Накладывайте здесь. Топчите вот так, а то она поползет. И так поднимайте в уровень с тем, а потом уже видно будет. Вот здесь топчи ее прямо на месте. Подавай еще. Так, это не надо трогать. Пусть она шире будет. К Сергею подкладывай. Ты не опрокидывай так. А вот так поднимай, вот так отпускай. Вот видно, что никогда не вил не держал. Вот так вот. Поднимай, а потом опускай вот так. Не надо опрокидывать сено. Сено закручивать не надо. Понимай. Сейчас кверху подойдешь и поверни вилы. Нет. Так? Вот так вот подними, вот так вот обратно выдерни вилы. Да. Чтобы он сел. Давай. У тебя пойдет дело, если стараться будешь. Вон туда, да. Это рядом голубятня моя. О. Вот Виталий уже берет, смотри. Хорош. Как кверху поверни. Повернись теперь сам. Кверху подними и вниз вот так опусти. Нет. Ты вилы-то поворачивай, чтобы на тебя вот так были. Дай. Покажи ему. Вот так принес и вот так вилы выверни, чтобы они вынерли. А ты их стягиваешь обратно. Не знал я вот так. Толмач. Толмач это означает дурень пустоголовый. Вот так. Глазами смотрят, они не могут. Подражательным методом леса учат воровать. Выворачивай теперь. Поверни его. Все, он лег. Это само по себе понятно. Притаптывайте крепше. С тем сравняйте, когда тогда выше поднимать будете. О! Ну, настоящий русский мужик пошел. Оторвал черешок. Сломались вилы. Ну, слабенькие. А чьи вилы неизвестны. А чьи это вилы? Володя. Говорят, наши. А то пошел бы я сейчас сделал. Бегом. Я могу сделать. Давай. Я для того и стою здесь. Когда будете выезжать, будьте очень осторожны. Давайте. Я пошел. Давайте, с Богом. О, ребята, пошло дело. Видите как, вот пошел Володя здесь, сломался это дело. Ровно за 5 минут, вот у него сейчас в руках вилы эти. Новый черешок. Лопата совковая была, я сдернул, она надломлена. Вот проверяет, как. Ну, не просто так. Все. Друг друга вилами не ткните только. Смотрите, это самое главное. А это вот усилительное сооружение к нему. Тут же скиток шел, тут на 3 фазы было, тестомес работал.
Это лабаз. Все так устроено. Но стоит она, лабаз, на этих, на рельсах. Ну, мышка еще по ним как-то может забраться. Но она упрется в железную плиту, когда дойдет доверху. Там продукты хранятся. И дальше никак. Только зимой она легко зайдет, если снег не убирать. Или здесь какая-то вот рядом былинка вырастет, по ней может забраться. А так нет, вот, все. Лабас. А это вот Павел тут прикручивал, брат мой. Кабы не он, тут еще не за давно бы она упала. Она держится только на пасынках. И там голубятня у меня была. И залез туда холонок или кто, уничтожил. 6 пород голубей было. Виктор Николаевич зашел, говорит, поле битвы, все мертвы. Он заплакал даже. Оставался здесь и смотрел. Бог дал трактор. Ну, Господь так. А там дальше Скворечник, где я нахожусь. Скворечник, название домика. Все. Вот видишь, как уже пошло дело. Сережа, тут натаптывайте, натаптывайте рядом, до самого верху. Иначе поползет она. Натаптывайте, чтобы тем сращение было, чтобы у ней, ну, одно другое перекрывало, как кирпичи в стене. Вот так вот нажимай. А потом следующий, и так кверху, и перекроете. Так, больше туда не тяните сено, здесь поднимите сначала, поднимите. Вот так. Топчите, и больше ничего не надо. Пошел. Это у Игоря растет. Пишли. Барабаша. Там сзади хозяйка стоит. Что-то они не знают куда. Володя сейчас подскажет. Ему уже большой, 17 лет ему. 12 лет на технике. А это, видишь, тележка прицепная, поворачивается так никуда, куда хочешь. Ну, все так надо сделать. Хозяйка тут уже заждалась, когда подъедет. Ну, не кажется. Это домик Иосифа. И синий. А это любим домик. Все, как говорится, по евроремонту придумали. Сверху все это внутри, все уладили. Пятит он. Это я издалека, это пришел тут на покос, снимаю. Видно, что пятится.
там дальше, видать, вниз сзади. Теплица. Все у нее растет. Рой пчел залетел под пол ей. Выставила колодка, все, и мед. Молоком и медом. Молоко — это трава. Трава здесь в рост человека нынче. Ну все, сейчас там будет разгружать. Я пошел, сейчас палатки снимаю. Дрова, которые висели по углам, тяжести увозить надо. Палатка, сказать, палатка здесь. Ну и вот дальше. Еще палатка покрыта сверху. Палаткой копна. Сейчас подготавливаю. А рядом, прямо рядом, наш православный лагерь. Вот он сейчас занимает место с окрестностью. А он занимает примерно в 4 раза меньше, наверное, навозной кучи. Не в переносном смысле, буквально высокая навозная куча, и мы на ней прилепились. И вот сейчас недруги начинают буйствовать, бесноваться вокруг лагеря. Как московская газета, правительство Российской Федерации, учредите, российская газета писала против лагеря. Там, говорит, шабаш нечистой силы. Что делает этот уникальный лагерь? Нигде не делается такое воспитание. За месяц наркоманы становятся нормальными людьми. Навсегда бросают эту пакость. А это нет, уничтожить, все. Уничтожить, потому что пока ты живой, это обличение нам. Ну, 3-5 глава «Премудрости» Соломона. Жизнь его, говорит, не похожа на нашу. С детьми чужими 45 лет вожусь. И вот теперь все, стереть с лица земли. Да как стерешь? Это не стереть. Это написано много. Фильмы поставлены, люди разъехались. Это пустая трата, даже на это сатана не дает им разума. Это не один человек воюет, а много. И в интернете, и везде. Ну, кто-то, последняя уже инстанция, это через какие-то органы власти начинает другому командовать, а ты его не расстреляешь, тебя расстреляют. А не будешь убирать вот это, не пошлешь бульдозеры, не соответствуешь своей должности. Ну, это все то же самое. Борьба зла против добра, борьба тьмы против света. Проклятие идет против благословения, но это все бесполезно. После всех победителей победит Христос. Вот так, это вот поле Барабаша Игоря, хорошее поле. Ой, какое ровное. Земля здесь чудесная. Ну, а там они уже, ребята, сейчас скидывать будут. Вон там вверху, похоже, Сергей. Володя сбоку идет, полезет. Все, благословен Господь. А это вот отсюда видны качели на территории Надежды Васильевны, а домик — это Володя Пащенко. Вот. А сарай — это тоже. Так, люди меняю, подхожу. Вот он притоптал свое поле. Подожди, никак. Раскрыла сарай, шифер он сбросила. О, сколько буря была. Вот разгружает Сергей Павлович Купков и Ремей Игоревич Барабаш. А тут Владимир Александрович Пащенко и Виталий Калиненко. Это вот поле, а это вон, где я сейчас разбирал, палатки снимал. А это издалека, видать, наш лагерь, стан бывший музей. Вот видно даже, как он на возвышении идет.
которые мимо попали, ну, рядом с навозной кучей. Вот такого размера была куча. Ну, там, может быть, лет 20-30 туда стаскивали навоз. И мы навоз не залезли и сделали. Сейчас нас оттуда вышибают. Убрать. Хотя это уже не лагерь, а музей. А лагерь было в 98 году, 15 краевых комиссий. Любыми путями закрыть коммунист. Делали, свое дело передали другим. И так и не закрыли, я его сам расформировал. Никто его не закрывал. Вот так. Веселые ребята. Так обойду маленько вокруг, посмотрю, что тут есть. А тут никак нельзя подойти, это крапива. Вот крапива, я поднимаю руку, и намного выше. Руки на полметра. Ну, вот считаю, я 1,72 м, рука повыше головы, и там полметра. Это такая, вот эта вот крапива все растет. И конопля, вот она, конопля, плантации целые. У Любы тут огородчик, вот. Садок у нее все растет. Сейчас я с той стороны зайду к ней, посмотрю, что она. Все, пока. Вот разгрузили сено. И сейчас тут около лагеря стана бывшего музея теперь. Сергей первый пришел. Я палатки снял, утащил все. Там Виталий догоняет. Внутри там Володя стоит. А за рулем Еремия. Ерема. Ермак. Это Ермак. Никакого другого слова тут и нет происхождения. Догоняй, прокатишься. Тут осталось 2,5 копешки. Все, это вот дальше. Против которого воюет лагерь 9 соток на навозной куче. И такие силы задействованы. Аман лютует, а Мардахей плачет. А Артаксеркс сон потерял. И мы знаем, скоро башмаки Амана будут висеть в воздухе. Это же коснется его сыновей по рождению Ехидны. А Божий народ евреи по сей день празднует это Пурим. Саня жеребия. И ничему не научились. Думал ли Голиаф, что получит в лоб снарядом? Вот такая сегодня история. Мы Богу доверились и все. Поэтому дьявол буйствует, находит своих подручных. И можно только плакать о них и жалеть. Больше ничего. Вот оно где. Там еще одна копна. Я зашел специально, чтобы солнце не светило в глаза, а то плохо. О, Виталий уже знает, что надо сверху разваливать. Там Еремия. Люба сейчас спрашивает, только за горючее заплатить-то. Ну, если бы где-то было, тут бы водки и всего понатащили. А так ничего нет. Вот лагерь. Я приближаю его на расстояние от нас, вот сейчас здесь, ну, 100 метров, может быть. А то, может, не знаю. Ну, говорят в документах, что до деревни он 150 метров. На территории деревни, фактически. Вот он находится где? Вот здесь улицы шли, разломали. Это территория деревни. И вот затеяли там под пункт под какой-то подогнать, что я самовольно захватил, кого еще захватил. Как захватил навозную кучу, 45 лет на ней дети вырастали, поколение не одно выросло. Это я плохо сделал. А вот этот, который будет воевать, то он, может быть, ничего и не видал в своей жизни. Такой душняк устроили в России на 100 лет.
благодаря этому лысому пигмею в мавзолее, этой вобле, как называла Новодворская Валерия. Сегодня Исаакий Устинов пасет. Вот гонит коров. Поселок Потеряевка, 31 июля. Дальше август. Это овечишки. Овечишки. Вот гонит. Домой этот линия идет. Бывший наш лагерь. Вот этот самый издалека вот выглядит лагерь, где теперь музей, за который бьются монокурсы теперь уничтожить. Сколько их было за 45 лет, счету нету. Ну как их любить будут? Почему русских не любят? Не знаю, какой вопрос-то легче ответить. Потому что никого не любят, кроме нас. Россия для русских. Ну, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что это говорит, идиоты какие-то или придурки. Придурки. Россия для русских. Это вот для Любы сегодня вывозят сено. Или не, вот он за рулем. Сейчас вверху помогает. А там внизу Володя Пащенко, Сергей Пупков и Виталий Пухалинников. Вот тут еще одна куча. Сейчас заберут полторы кучи еще. Где-то она вот здесь. Ну, примерно вот здесь можно видать даже. Вот. Человек гонит молоко. Здоровая пища. Значит, Исааки фамилия, много имя. Но много ли найдешь? Его дядя, вот у Алеши, у него старший Варлаам, Назарий, Евтихий, три сына. То есть все по календарю, все спокойствие такое. Каким миром тут веет. Вот они идут спокойно. Коровки, овечушки. А там дальше вот за лагерем видно, вон далеко, это Новозоринские околки были. Я маленький туда ходил. По 10-20 гнезд грачиных. Но потом в 98 году горело около 300 пожаров в Алтае. Кто-то же специально делал. И сожгли эту рощу. Рощу сожгли. Лучшие люди в Потеряевке были. В 29 году, 30-м раскулачили 7 семей. И сослали. Вот сейчас тетя Дуся, одна где-то в Колпашево, видимо, живет. 102 года. Что она перенесла, это даже представить невозможно. Даже в ГУЛАГе и то давали что-то есть. А то ничего, просто выкинули на берег, мерзлая земля, ничего нету. Первым делом старики приняли, маленькие. А сейчас они вот добивают, потому что мы показали, что без помощи государства можно жить красиво и интересно, потому что денег не дают. И вот здесь мы просуществовали 45 лет. Ни рубля государство не дало нигде, ни разу, кроме гонений. Гонений, придирок, угроз. Ну, Бог так сделал, что они ничего не могли сделать. А сегодняшние, они более ярые. Тогда никогда на лагерь не накладывали штрафы, никакие. А сейчас штрафы по 1,5 миллиона, по миллиону. Но на меня они тоже подали в суд, но суд ничего не вырешил. 2 года назад, в 16-м году. Это Виталий полез вверх. Такая размеренная, спокойная жизнь. Делим все, начинаем с молитвы, благодарения, утром. Проводили сегодня друзей с Урала. Галиндухин Владимир Юрьевич. С Украины была христианка Марина с дочерью Аполлинарией Полиной.
И все это будет выставлено в ролике, как прощаются, какие веселые лица у всех, здоровые. А это бы сейчас вот хозяйки помогают в деревне, тут ну, без бутылки никогда не обойтись. А ничего, даже никто и в рот не берет, никто. Абсолютно, они не знают слова, это сухой закон или что-то. Вот умерла Анастасия, дробот. Четверо детей сейчас отовсюду наши думают, как лучше сделать, как помочь при пьяном отце. Плюс глухонемом, если только он не образумится. Если бы он образумился, навел дома порядок, то все, батюшка был, говорит, там полный развал везде. Все время делали сбор денег.